Где попробовать турецкую шаурму с треской в Екатеринбурге? Открылось большое просторное бистро с самообслуживанием, интересным меню, разнообразной шаурмой и турецкой пиццей пиде. Я шел специально попробовать шаурму с треской. Свиток большой и толстый, много зелени и рыбки. А самое главное, нет ощущения тяжести, как от классической шаурмы. Очень вкусный и ароматный чай из турецких стаканчиков. Это бистро Кебабра на Шартарской.